Ну, давай. Не обижай нас! Уходи! Уйди! Я могу дать отпор. Я не причиню вам зла. Что тебе нужно? Я хочу увести вас отсюда, в безопасное место. С какой стати? Мне сказали увести вас в безопасное место. Здесь до нас никому нет дела. Но псы приближаются. Что нам остается? Рядом должно быть безопасное место. Недалеко есть пещера, в которой можно укрыться. Не очень уютная, но там будет лучше, чем здесь. А еще? Еще есть заброшенный лагерь. Если бы не странные существа в округе, он был бы идеален. А так там опасно. Пойдем в пещеру. За мной. Что-то слышу. Торопимся. Здесь мы как на ладони. Псы, держитесь за ним. Здесь меня могут заметить. Существует? Yeah.
Что опять? Что происходит? Беда. Наступит ли день, когда я буду просто переправлять мертвых? Объясни, в чем дело? У всех этих душ украли монеты. Так, помощник, найди вора и верни их, чтобы мертвые могли пересечь Стикс. Переправь их без денег. Знаю. Ты здесь недавно, но в царстве мертвых другие порядки. Если я нарушу их, Аид сожжет мне пальцы на ногах. Ладно, я найду твоего вора. Надеюсь, все слышали? Мой помощник поймает вора. Зачем кому-то грабить мертвых? Не ясно. Монеты нужны, чтобы переправиться через Стикс и попасть в царство мертвых. Ты кого-нибудь подозреваешь? Здесь проходит так много людей. Мы все на одно лицо. Ну же, думай. Ну, торговцы и политика, которые странно себя вели. Они одни не штурмовали мою пристань. Я вернусь с вестями. Я бы начал с пути душ. Первые монеты пропали там. Удачи. Здесь столько воров. Удача не помешает. Надеюсь, меня еще не заметили. Давай. Похоже, здесь что-то закопали, а позже забрали. Должно быть, торопились. Пустые кошели. Ремешки разрезаны.
Как можно найти хоть что-то в этой отвратительной грязной пустоши? Похоже, ты ищешь свои монеты. Как ты узнал? Вор пришел полюбоваться плодами своих трудов? Я ищу его, но ты не вызываешь желания помочь. Ладно. Сам-то я ничего не нашел. Ты помнишь, когда именно монеты пропали? Помню, конечно. Я шел через долину с остальными и разговорился с торговцем. Надменный тип. Весь в золоте, драгоценностях, будто от них есть толк. На пристани я обнаружил, что монет нет. Ничто не привлекло внимания? Тот торговец вроде волновался. Спросил, правда ли нужно платить перевозчику. Может, его уже обокрали? Я знаю все, что нужно. Есть вести о монетах? Я знаю все, что... Ты не похож на тех, кто здесь обычно бывает. Я живой, если ты об этом. Я кое-что ищу. Не ты один. Я потеряла монеты. Они должны быть где-то рядом. Когда монеты пропали? Я помню, как брела в потоке людей. Мы все направлялись к пристани. Не могу вспомнить, откуда мы пришли. Но когда мы добрались туда и остановились, один человек, думаю, политик, обратился к толпе. Где ты была, когда поняла, что их украли? На пристани. Я собиралась заплатить перевозчику, но не нашла их. Ты видела что-нибудь подозрительное? Если только политика. Он уходил от пристани, когда все остальные, наоборот, шли к ней. Мне пора. Удачи в поисках. Кинжал. С виду дорогой. Видно, им срезали кошели. Золотой браслет. Сломан. Должно быть, это случилось, когда владелец копал. Thank you.
Есть весть о монете? Я нашел кинжал. Не узнаешь его? А, вот что это было. Вор уколол меня, когда срезал кошель. Так ты видел вора? Нет, я был сосредоточен на выступлении политика. Он умеет говорить. Я знаю все, что нужно. Свидетеля обокрали, пока политик произносил речь. Ну, наконец-то. Я уж думал, ты заблудился. Не думал, что ты способен переживать. Ты многого обо мне не знаешь. Например, что я нетерпелив. Ты узнал, кто украл монеты или нет? Мертвых обокрали, пока политик произносил речь. Один свидетель считает его подозрительным, потому что он шел прочь от пристани. А, да. Даже я это заметил. Но торговец спрашивал о плате за переправу. Я нашел кинжал. Им срезали кошели. И золотой браслет у дыры, где прятали монеты. Интригующе. Торговец. Он украл монеты. Жадный торговец. Конечно же. Покараем его и покончим с этим. Значит, ты украл монеты у этих людей. Это бессмыслица. Никто не должен платить за вход в царство мертвых. Не надо банальностей. Ты украл их из жадности. У них ничего не было в прошлой жизни, не будет и здесь. Раз я не могу жить так, как хочу, никто не может. Аид, рад тебя видеть. Что привело тебя ко мне? Вашу перепалку слышно даже в недрах Тартара. Что здесь происходит? Этот человек украл у мертвых монеты и швырнул их в Стикс. Смертные не перестают меня удивлять. Рад, что тебе смешно. Но людям было чем заплатить за переправу, а теперь нет. Если у них нет монет, они не войдут в мой мир. Ты сам знаешь, Харон. Их прислали сюда, как предписывает закон. У них есть право на переправу. А пусть наш друг распорядится их судьбой. Нет монет, нет переправы. Именно. Этот человек поступил глупо, и очень скоро его постигнет кара. Тем не менее, мы не должны вмешиваться в дела смертных. Как скажешь. Что ж, торговец, мои псы голодны.
Иногда перед нами встает трудный выбор. Умение делать его так уверенно — редкий дар. Это не первый раз. И не последний. Горжусь тобою. Для безнадежного смертного ты проделал долгий путь. А и ушел. Пришло время отдать тебе кое-что. Спасибо, Харон. Жаль, что ты уходишь. Ты хороший помощник. Надеюсь, ты найдешь то, что ищешь. Давай. Oh!
Снова Алексиос. Его глаза сияют победой. Где же твой брат? Вы с ним вроде поспорили. Он знает, кто победил. Не он. Врата обрели стражей, а души Харона — вечный покой. Теперь скажи, что ты знаешь о жезле? Этого я не обещал. Я обещал исполнить твою судьбу. Довольно, Игорь Аид. Я все исполнил. Таков был договор. Этот договор изначально ничего не стоил. Ты отдал свою жизнь мне в момент, когда убил Цербера. Я мог поручить кому угодно отыскать стражей для врат. Но я хотел, чтобы ты немного привык. О чем ты говоришь? О, разве я не сказал? Есть пятые врата. И тебе придется стеречь их до конца времен. Вот твоя судьба. Я не склонился перед твоей женой. Не склонюсь перед тобой. О, еще как склонишься. В конце концов окажетесь здесь. Чему борьба? Страдай вечно! Слушать тебя уже страдание! Здесь смешного.
ты веришь, что все это важно. Но ты узник, где бы ты ни был. Малнака! Виктория, в чем дело? У вас все в порядке? Отключайся. Все зашло слишком далеко. Это надо прекратить. Я справлюсь. Ты не похожа на себя. А ты как ребенок. Прекрати. Ты не видишь, что делает Жезл? Он подключает воспоминания Деймоса. Ты бродишь в царстве мертвых. Это просачивание. Оно опасно. Остановись. Дай сюда. Отдай. Нет. Жезл или я? Выбирай. Пусти! Он того не стоит. Для твоего же... Вставай, Виктория. Виктория? Нет. 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 Здесь какая-то ошибка. Нет. Нет, нет, нет. Я же не хотела. Клянусь. Не знаю, что со мной такое. Наследница никогда бы так не поступила. Так? Она моя подруга. Это была не я. Не выйдет. Мне нужно время. Ты думаешь, я нарочно? Это все Жезл Алитея. Это он, а не я. Я не убийца. Наследнице памяти дано предвидение. А ты поступила как человек бесчеловечно. Боюсь, я ничему не смогу тебя научить. Я и есть наследница. Я могу подчинить Жезл. Я знаю, что смогу это сделать. Это не твой выбор. Мне решать, достойна ли ты. Хотя теперь, возможно, слишком поздно. Ладно. Я ненадолго, но... Присмотри за ней, хорошо? И не уходи. Прошу. Я вернусь. Я никуда не денусь. Вот черт. Прости, Виктория. Но отступать поздно. Так быстро? Алитея, да, я решила, что Анимус может пока подождать. Я раздумывала, стоит ли разрешить тебе продолжать. Боюсь, мое решение тебе не понравится. Но я должна увидеть третью симуляцию. Извини, Лейла, я допустила ошибку в расчетах. Не следовало включать тебя в уравнение. Теперь это ясно. Пора покинуть Атлантиду. Только не это. Не сейчас! Я видела Элизий, царство мертвых. Не делай этого! Зная, как будет развиваться эта реальность, я бы не пустила тебя туда. Ты человек.
Твоя ДНК уже искажается под влиянием жезла. Я знаю про эффект просачивания, и память Деймос повлияла на меня. Но я изучала артефакты Ису. Я скоро пройду испытание. Тогда мои гены будут устойчивы к влиянию жезла. Возможно. Но это уже не важно. Я закрываю симуляции. Извини меня, Алитея. За все, что я натворила. Ты так на меня рассчитывала. Верно. Но я сама виновата. Не стоило тебе это поручать. Не вини себя. В том и дело. Ты выбрала меня не зря. Я смогу найти равновесие, если ты мне позволишь. Даже если я дам тебе допуск, твой врач мертв. Я не могу ее вернуть. Но я могу. И обязана продолжать. По ее расчетам, твое тело не вынесет больше симуляций. Мое тело в порядке. Алексиас прожил несколько тысяч лет. Жезл помог ему, поможет и мне. Поможет телу. Но твой разум тоже пострадал. Ты даже не представляешь, как сильно. Так или иначе, жезл исцеляет Алитея. Он даст мне знания и уравновешенность. Неуязвимость. Занятная логика. Позволь доказать тебе. Прошу. Иди. Спасибо тебе большое. Ты не пожалеешь. Ну, начнем. Увидимся там. Довольно! Хватит кричать. Это не твое царство, брат. Аиду нечего тебе предложить. Ты не найдешь покоя ни здесь, ни в Элизии, как не обрел его прежде ни на Кефалинии, ни в Спарте. Мне же есть что предложить тебе. Дом. Ты давно его заслужил. Атлантида ждет. Все лучше, чем здесь. Я еще отомщу. Оно не понадобится. Не здесь. Все так говорят. Этому месту нет равных в Айкумене. Здесь нет Персефоны, нет Аида. Только ты. Да, только я. Дикаст Басилевс, верховный судья всей Атлантиды. Для тебя просто Посейдон.
Я предлагаю тебе править со мной, хранитель жезла. Стань моим дикастом. Здесь твой дом. Аид рассказал тебе о жезле? Я и так знал. В Атлантиде о тебе давно слагают легенды. Такова судьба всех героев. Выходит, ты знаешь, зачем я здесь. Чтобы научиться управлять жезлом. Атлантида сулит могущество владельцам артефактов Ису. Но все в свое время. Если ты Дикаст Басилевс, то я, выходит, стану... Дикастом, судьей. Твоя задача — выносить приговоры и исполнять их. Имей в виду, я бываю неправ. Твои поступки в царстве мертвых удивили меня и вдохновили. Многие сильно просчитались, недооценив тебя. Ты будешь чтить правосудие, в этом я уверен. Это что? Правда, Атлантида? Но она цела. Разве ее не уничтожили? Каждые 7 лет город входит в новый цикл, если прежние сочли несовершенным. Кто это решает? До твоего появления решал я один. Но я хочу, чтобы этот цикл продлился вечно, и ты мне в этом поможешь. Ты предлагаешь мне жить здесь, среди вас, богов? Богов? Только люди мыслят так примитивно. Твой отец говорил, те, кто был до нас. Но, как тебе объясняла Алитея, мы Ису. Ты знаешь о жезле, Пифагоре и Алитее? Как долго за мной наблюдали? Мы видели твои испытания. Нет. Подвиги в Элизии и Царстве Мертвых. Я испытал на себе восстание, встретился с мертвыми. Так ты отбираешь дикастов? Не всем дано выбрать свой путь. За тебя решила кровь. Твои гены содержат лучшее от Ису и людей. Я уверен, что именно ты объединишь нас. Сочту за честь. С чего начать? Люди воспринимают мир с помощью всего 5 чувств. Мы наделены 6-м. Знанием. Нет. Твое орлиное зрение лишь начало. Сейчас это чувство дремлет. Но в Атлантиде его можно пробудить. Твой жезл не просто ключ. Он станет мостом между твоим настоящим и будущим. Если я пробужу 6-е чувство, я владею жезлом? И не только. Идем, я покажу. Я коснулся источников силы в Элизии и Царстве Мертвых. Они обогатили мои знания, но не чувства. В Атлантиде эти источники гораздо мощнее, вот увидишь. Ты не просто получишь знания, ты станешь его хозяином. Ты зовешь их откровениями Хранителя. За пределами дворца их 3. Тут разве можно пройти? Только тем, кто овладел нашими знаниями. Во дворце есть источник этих знаний. Вернись сюда, когда найдешь его.
Здравствуй, Лейла. Алитея? Что ты здесь делаешь? Тебя нужно остановить. Я не могу контролировать твое тело, но я могу помочь тебе понять. Нет, не смей. Я в порядке. Странно. Жезл как будто становится частью меня. Кажется, я начинаю понимать. Я словно чувствую Иссу. Внимаю их мудрости. Ты был прав. Источники здесь и правда гораздо сильнее. Ха, я изменился. Здесь меняется многое, Декаст. Вскоре ты это поймешь. Атлантида ждет тебя. Есть лишь один непреложный закон. Наши технологии нельзя использовать на людях. Их телам не совладать с такой силой. Кому как не Иссу это знать. Я могу идти? Я даже не знаю, что мне делать. Даже Атлантида не идеал. Ей недостает равновесия. Отыщи его. Если тебе это удастся, мы станем на шаг ближе к совершенству. Не бойся. Заслужить мое уважение тоже было непросто. Декаст, владыка Атлант почтительно приглашает тебя в свой дворец, чтобы обсудить нечто очень важное. Хорошо, зайду при случае. Владыка Атлант, тут больше царей, чем в Спарте.
Вот и ты. То, что Дикаст принял мое приглашение, честь для меня. А, ты, полагаю, Атлант? Он самый. Рад, что мы смогли встретиться. Уверен, у тебя много дел. Отец возложил на тебя тяжкую ношу. Твой посланец сказал дело срочное. Это действительно так. Слушаю тебя. У меня есть братья, архонты. Они не справляются с людьми, которыми правят. Напряжение между людьми и Ису растет. Если не вмешаться, будет только хуже. Постараюсь помочь им, если это в моей власти. Найди Гадира, Амферия и Азаиса. Надеюсь, ты покажешь моим братьям, как нужно поддерживать порядок. Им этого не достает. Думаешь, если я помогу им, распри между Ису и людьми прекратятся? Именно так. Посейдон не понял, что они не готовы стать архонтами, и в этом его упущение. Расскажи мне о Гадире. Он у арены. Готовит очередное головокружительное выступление. Расскажи мне об Амферии. Он, скорее всего, устрашает людей у дворца Автохтона. Не застань его врасплох, он этого терпеть не может. Как насчет Азаиса? Кто он такой? Азаис обычно пытается облегчить чьи-нибудь страдания. Кажется, что-то случилось у дворца Амфиерея. Архонты есть и в Греции. Чем они занимаются здесь? Им было поручено править людьми Атлантиды и следить за тем, чтобы все жили в мире и покое. Увы, они с этим не справляются. Ису и люди никогда не уживались друг с другом. В Элизии и Царстве Мертвых было так же. С каждым днем недовольство растет. Я все ждал, что отец вмешается, но положение ухудшается, и боюсь, молча ждать развития событий попросту опасно. Я найду архонтов и помогу им навести порядок. Thank you.